Сейчас микрорайон Донская активно развивается. В паспорте ТОЗ за этот год было зафиксировано более 130 наказов и просьб жителей. 90 из них уже выполнены. Работы по остальным будут завершены в новом году. Так, во дворах многоэтажек появились новые детские площадки, зоны для занятий спортом. А там, где это необходимо, делают ремонт. Лампы уличного освещения меняют на энергосберегающие, ремонтируют дороги. Обновили знаменитый сквер первых свиданий. Там провели дополнительное озеленение и установили малую архитектурную форму в виде сердца. За последние годы микрорайон преобразился. Очень много вложено в этот микрорайон. Строится у нас сейчас в данный момент спортивный комплекс на Строительном. Будет очень хороший комплекс, потому что там могут заниматься и дети, и взрослые. Он так рассчитан, чтобы можно было и серебряному возрасту там вот заниматься. Во время подготовки к зиме в микрорайоне кронировали деревья и спилили сухостой. И сейчас местные жители формируют новый список наказов, чтобы в будущем году сделать свой микрорайон еще более комфортным для проживания. Все возможные пространства, которые имеются на районе, чтобы они были освоены, облагорожены, доступны и для детей, и для родителей, и для старшего поколения, чтобы были скверы, как можно больше, чтобы этого было. Люди участвуют в субботниках активно довольно-таки. Ну, не во всех домах, но в большинстве домов очень активно. И стараются привести в порядок свою территорию, свой дом. Встреча жителей с главой района проходила в кинотеатре «Юбилейный», а перед ее началом работала общественная приемная, где можно было задать вопросы специалистам разных отделов районной администрации. Жители микрорайона просили решить проблему с контейнерными площадками, которых порой не хватает. Были вопросы по ремонту междворовых проездов, ливневой канализации. Все просьбы главы района взяты на контроль.